погода так себе. Мне он уже немножко заряпал. Вот так. Ага, ты тоже на ЛДБшке, да? Ага. Ну это ж мне этот Валера. Да. Подогнал? Угу. Вообще без баксов? Не, 60 баксов. 6. Ну такие я посмотрел, ну, сотня стоит. Где-то 120. А у Валеры, блядь, адекватная цена. Это вот такой тормак, ебать, сейчас посмотри, сколько бабок стоит. Не знаю, честно. Ты сколько тогда за него отдавал? Чуть меньше штуки. А? Очки повесил. А вообще очки полезная штука. Я вот так вот год назад тоже ехал здесь. А были как раз майские жуки. И на скорости прям в меня. Этот ком, который у меня, стоит, по-моему, то ли 600, то ли 700. Я... Убрал, я сомневаюсь, 200. Что он стоит у тебя меньше 1200. Да ладно. Я тебе серьезно. Мой стоит, ну, рублей 600, наверное, 700. Ебать. Я тебе серьезно говорю. Цена не просто ебанутая, а конкретно. Но это неадекватно. Я тебе, он больше штуки стоит. Ну сейчас велоформа стоит две штуки. Комплект вверх-вниз. Значит, надо по секунду отпасть. По секунду. Ну тут же расстреляли очень много в этом яру. Ага. Ну вот это сам как бы мемориал и есть. Ну а перед озером где там? А вон сразу за вот этим вот. По-моему, сразу за этим лесом оно и есть. Ага. А. Ну, там чуть-чуть дальше. Там. Давай можем здесь посидеть немножко поговорить, раз есть такая возможность. Давай, что, туда спустимся? Ну или... зачем можем он велики здесь поставить аккуратненько? Я же тебе сказал, у меня же еще колено болит, я не могу это. Не могу поднять ногу. Я сдячить не могу. Не нельзя. Я понял. И так тренировка сегодня перевыполнена. Да. Не ожиданно. Зато вон товарища твоего встретили. Представляешь, какая... Какой Харьков? Ромчик.
Харьков вообще деревня, потому что я тебе рассказывал о том, как женщина приходит ко мне, ну уже не один человек рассказывал такую историю. Давай остановимся возле колонки, хочу руки помыть. А, хорошо, давай. Возле какой только? Где ты тут колонку видел? Вот. Там? Скачет, главное еще. Короче, приходит и говорит, типа, мне посоветовали к вам обратиться. Я говорю, а кто? Она говорит, это два разных человека, говорит, знакомых. Угу. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну два человека, говорит, знакомых. Чего тогда достигли? Ну это реально уровень. И это было уже не один раз. Да, не колонка хорошая, да? Хорош? Вообще хорош. Видишь, даже табличка там, места захоронения, вот да, этот свист. Да. Короче, посмотрел я обзоры СЕшки. Ага. Ну, все те минусы, которые люди говорят, что это минусы, это реально плюсы для меня. Это, например. Ага. Да ну нафиг она тебе нужна, эта фантазия. Но камера основная, там такая лютая. Люди говорят, что вообще понял, фотик просто нет. Ну, смотри, какой вид. Да, кстати, вот там. Фотоотчет? Ну так, просто фото. О, и меня. Записячит. А вот моя сижу. Ага. А вот дача нормально у кого-то стоит, да? На местах. Погнали. Погнали. Мне просто время уже сильно очень поджимает. Очень.